Всех с Хэллоуином, мальчик, девочки, девочки, мальчики, с вами я, Тумка, и это новый конкурс на моем канале, не прошло и года, и вот он, собственно, наступил. Сегодня у нас будет целых 5 призов, поэтому выиграть у вас просто шансов до хрена. Что ж, сразу начну с призов. Первое место у нас 300 рублей, второе место у нас Майнкрафт с полным доступом, и третье по пятое место Майнкрафт, то есть целых 3 человека получат обычную лицензию Майнкрафта. Я решил не париться очень сильно с призами на этот раз, для того, чтобы подкопить денежку и под Новый год сделать уже пожестче конкурс, даже намного жестче предыдущего. Ну, по крайней мере, я постараюсь. И поэтому вот такие, ребята, пироги. Что ж, условия нашего конкурса предельно простые, они всегда одинаковые. То есть, первое, это подписаться на мой канал, поставить лайк этому ролику, подписаться на каналы всех спонсоров, на которые ссылка в описании, если не ошибаюсь, их 4. Так что, думаю, их не так уж и много, как некоторые делают по 10-15 человек. Я пытаюсь сделать спонсоров не больше 5, так чтобы вам было нетрудно на них подписываться. Что ж, четвертое условие у нас — подписаться на мою группу ВКонтакте, на нее тоже ссылка в описании есть, и написать комментарий «Участвую» и ваш, в общем-то, ВК. Также хочу заранее сказать то, что итоги будут в группе ВКонтакте, так как всегда проходит срок, и все спрашивают: «А когда итоги? Когда итоги?» А итоги уже были в группе ВКонтакте. Поэтому 1 декабря будут итоги конкурса, поэтому, 100 раз поэтому, будьте в моей группе ВКонтакте 1 декабря, тогда будут итоги конкурса. Вот, а может быть, вообще на стриме сделаю, ну, не знаю, если стоит создавать стрим только ради итогов. Ну что ж, это все, что я, в принципе, хотел сказать. Участвуйте, ребята, в конкурсе, всех вас с Хэллоуином, с таким праздником, да. Хотя его не все празднуют, но те, кто празднуют, в общем-то, попразднуйте хорошенько, да. Ждите новых роликов, они будут на днях. Вот сейчас готовлюсь записать новый ролик, не скажу какой, будет сюрпризом. В общем-то, всем удачи в конкурсе, ребята, и, в общем-то, всем бай-бай с Хэллоуином.